Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-героя». Ну что, попробуем, наверное, сегодня взять 40-й ранг, но не обещаю. Так, поехали. Попробуем начать за зеленую тень. Так. Почти, ребята, высшая лига против меня, 44-й ранг. Тут уж как бы не до шуточек на самом-то деле. Угу. Ну что, вот, ну что это такое? Ну ёк-макарёк, а? Лучше, блин, не придумаешь. Да, лучше не придумаешь. Опа. Ты видишь, что он вытворяет? Ну что, придется его убивать, наверное, да? Или как нам лучше сделать? Сделаем вот так. И вот так. Окей. Так, 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 так. Давай я так вот сделаю, наверное. Поехали. Ай-яй-яй, как нехорошо, ребят. Он еще и втягивает две карты. Ну это прям совсем уж плохо. Что бы это могло значить, а? Три, один, четыре, да? А у него 6 здоровья. Погнали. Зачем я так сделал? Ё-моё, зачем я так сделал? Вот глупостей хуже я, ребят, не видел. Ох как. О, как творит дела. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Давай так сделаем. Ай-яй-яй, зачем же так? Бонус на атаку. На воду. Ой, как хорошо. Ну что, поехали. Оу, вон кто у него здесь. Заморозочку, прикинь, делает. Это, ребята, плохо. Что мы тут можем придумать с тобой, а? Патиссон ставить не хочу, если честно. Пока. Давай сделаем следующим образом. Так. И вот так. Это раз. Плюс мы сделаем вот так. Ну и, наверное, вот так. Заморозка у него, оказывается. Ну и отлично. Раз у тебя гаденыш заморозка. Подожди, подожди, это то, что я его заморозил. Ух, я понял. Короче, убираем его.
Убираем его к чертовой бабушке, ребята. Убираем. Такс. Там еще один, наверное, такой же, да? Нет. Там другой у нас чудо в перьях. Да, не очень хорошие у нас тут дела, ребята. Не очень хорошие. Опять это заморозка, что ли, здесь? Ну еще кто-то может быть. Конечно, заморозка, ребят. Ставим вот так вот. Угу. И чего? Поставим так. Ну и, наверное, вот так вот. Поехали. Рикошет. Ну, друзья, тут, по-моему, фиаско, да? 5 в лицо, плюс 2. Ну, как раз 7. Я ничего не мог сделать, ребят, к сожалению. Карта мне не выпадала, которая могла замораживать могилы. Поэтому вот так вот вышло все. Ну, грустить не будем. Сейчас не об этом. Мы попытались, не получилось. Погнали, попробуем за орех. Блин, я еще, видишь, на руку ему сыграл, когда заморозил. Когда сделал заморозку, она пошла в плюс к этому зомби. Вообще-то надо там брать не заморозки, а уничтожение могил. Вот это будет в тему. Уничтожитель могил, он бы уничтожил бы их всех, этих заморозчиков, все было бы отлично. Ой, зачем я эту карту оставил в руке? Ё-моё, ну, Рэй, ну ты... Да заговорился, ребят, просто. Просто тупо заговорился. Да. Вот такой вот просто тупо заговорился. И выходит нам потом боком. Вытягивай две карты, вытягивай. Ага. Ниндзя. Так, а ниндзя как действует на ландшафте, когда... Так, на ландшафте. Погнали. На ландшафте. Угу. Хотя чё и зачем я потратил? У меня же хильщик гри... Этот орех, я бы мог... О, началось. Окей. Давай я вот так вот сделаю. Просто интересно. Ага. Вот у него кто.
Такс. Дэнс-площадочка готова. Ну, как ты понимаешь, он может на нее поставить кого угодно, да? В принципе. Посмотрим. Что он там будет делать? Угу, на единичку дороже, ладно. Давай сюда вот передвинем. Ох ты, кто у тебя тут появился-то, а? Ты посмотри. Что он будет делать, интересно? О, как. Ты видал? Ну что, наверное, вот так вот сделаю. Ну и вот так, наверное. Да и плюс ко всему вот так вот. Поехали. Ага. Погнали. Так, у нас бургер выпал. Или так вот, так вот это называется, не бургер. Так, ну что? 4,37, да? Не получается немножко. Давай вот так вот поставлю. Нет, 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 только не эти, ребята, ну... Это больно сейчас будет. Если не смерть. Это смерть, ребят. Прикинь. Почему я сюда никого не поставил? Скажи мне на милость, а. Ой, Орех, как же ты. Ты был так близок к победе. И почему я не поставил туда, ума не приложу. Как нелепо проиграть каким-то вообще непонятно кому. Ну вот что это? Ну что это, ребят? Я все понимаю, что это. Ну зачем вот такое вот давать мне? Ладно, спасибо хоть за орех. Я говорю, ребят, многое зависит от руки. Как рука пойдет. Но в данный момент у меня вообще ничего хорошего нету. Опять этот гриб дали. Ну, раздают его так усердно, значит, пускай будет. Прикроемся, да? Кто там у тебя? Газетчик. Пускай будет газетчик там бомбить. До посинения, да? Хм-хм. Вот так вот ты, да, значит, решил? Ладно. Поехали. Да хоть ты тут что делай. Трать карты, мне это все равно. Ты напугал меня. Напугал, держа лопатой, да? Хорошая карта. О, как он делает.
Так, и там выпадут у нас зомбики, да, ведь? Насколько я помню. Давай так и сделаем лучше. Три в лицо не жалко получить. Хильнуться всегда успеем. Хильнуться мы всегда успеем. Угу. Ну, горячей лавы нам тут не видать. Понимаешь, да, сам? Может быть, нам сделать вот так лучше? Поехали, смотрим, кто у него тут. О! Фокусник. Или как вот он? Циркач, акробат. Кровожадность он вешает на всех, понимаешь? Так, этот минус. Пси. Ну, вышел. О, как. Я даже не знаю, ребят, ну тут, наверное, надо делать вот так вот, скорее всего. И еще вот так. Погнали. Ну, я надеюсь, он доволен, да? Да ты достал уже, а? Ах, ты вот так даже сделал. Так, ну это-то мы выдержим, фиг с ним. Слушай, ну 6 в лицо-то не хотелось бы получить, если честно. 4 и 3. Поехали. Так, что он там придумал сейчас? Угу, угу. И защитка. А, нет, защита не сработала, к сожалению. Давай. Кто там? Немножко обидно, но давай сделаем. Поехали. Ну, фонтанчик-то, понятное дело. Мне дадут что-нибудь нормальное, путевое сегодня или нет? Что это вы даете мне? Опять с кровожадностью, что ли, чудило там этот? Или что, я не знаю. Ладно, давай этого раздаем. Да и все, пока. Ну, само собой. Давай, допустим.
Не-не-не, не получится тебя бомбануть. Он только сверху бомбит. Так, ребят, ну чё? Сделаем так. Сделаем вот так. Погнали. Угу. Ну неужели? А, фигли мне, неужели-то? Ты серьезно? А, ты вот этого прокачать хочешь, да? Ну, парень, ты уж извиняй. Поехали. А чё ты сразу? Сразу сдается. Давай доигрывать. Я так лично не сдаюсь. Нет, сдаюсь, если честно, сдаюсь, ребят. Когда я знаю, что я тут не выиграю, я, конечно же, сдаюсь. Ну что, последний бой за орешек и... пойдем за кого-нибудь другого поиграем, наверное, да? Ну, ё-моё, хо-хо, вот тебе и хо-хо. Что не хо-хо? Нет, то, что ландшафт есть, это хорошо. То, что этот есть, хорошо. Но где малыши? Где мои малыши, которые хиляют? Ты сейчас это все серьезно, да, делаешь? Ну, два ландшафта. Хо-хо-хо, хо-хо-хо. Вот и бомбить теперь, хо-хо-хо. Ягода. Интересно, девки пляшут. Кто же там у тебя был? На пирате, как ты решил сыграть? А-а-а. Значит, на пиратиках. Ну, я так не играю, это нечестно. Вытягиваешь две карты. Испугался, да, одним словом? Такс, ну ладно, ждем дальше. Пять ниндзя. А вдруг он сделает кровожадность, а, ребят? Вопрос интересный, но... 100% кровожадность будет. Поэтому сделаем вот так вот. Чтоб уж наверняка. Рикошет. Ладно, мне, я не против. Автограф. И как лучше сделать-то? Давай вот так вот. Чё-то он задумал, ребята. Фотограф, который прокачивается через заклинание.
Об этом не забываем. Перемещает зомби, ну... Так, наносит бонусную атаку. Защита сработает, надеюсь. О, как. Ну что, на следующий ход придется, ребята, его бомбить, я не знаю. Бамс. 5,3,8, да? Сохраняем. Я же заикаться стал. Тут проблема только в одном, ребят. Как восстановить здоровье? Честно говоря, ума пока не приложу. Вот если я сделал, например, вот так вот. Но ведь это тупо фиаско, ребят. Ладно, шиш с тобой. Давай сделаем еще вот так вот и вот так. Поехали. Если у него есть заклинание, это плохо. Прокачивает этого бусурмана, прикинь. О, зомби-астронавт еще прокачивает. Куда он этого-то перемещает? Ну ладно. Но что дальше-то? О-о-о, напугал меня могучий олух. 4, 3, 4. Ага, сюда и сюда. Сюда и сюда, да, получается. Ну ладно. Блин, ну тут никак не сделать. Хотя 3. Да, мы лучше, наверное, сделаем вот так вот. Так. Да фиг с ним, давай так сделаем. Черт с ним. Другого варианта я не придумал, ребят. Что еще тут можно сделать? Ать. Ать. Что там у него выпало? Кровожадность. Блин. Плохо, друзья мои. Это все очень-очень плохо. Да это пугало огорода, мне не страшно. 4-4-8. Прикинь, он мне ландшафт поменяет. Вот будет веселуха. Я рискую, ребят. Это просто называется риск. Но кто бы мог подумать? Он же еще как раз без этого, без брони, ребята, поэтому чисто фарт, чисто фарт. Да где ты, орех, уже хорош, за тебя уже наиграл сегодня в доску. Да, вот такие, ребят, пироги. Просто бонусная атака, и видишь как. Если бы у меня была бы хоть одна вот эта вот растение хилочка маленькая, все, мы бы с тобой успели бы просто захилять все хп. Да и, возможно, его даже разобрать успели бы. Батарага? Подожди. Ладно. Только я что-то не помню, чтобы у меня батарага была. Ржавый разряд собственной персоны. Глоток свежего кофе никогда не бывает лишним, ребят. Ну что ты там думаешь? Давай быстрее соображай. Соображал, врубай. Хоть иногда. Угу. Ход зомби. Мы можем ему
Нет, сейчас не сможем ничего сделать. Вот на следующем ходу можем прям 4 в лицо. Или 4 в лицо, или кого-то убить с краю. Как вариант. Ну что ты там елозишь? Что ты елозишь, я тебя спрашиваю. Ребят, по-моему, он вышел из игры. Или игра лаганула. А, нет, смотри-ка, нормально все. Забираю свои слова обратно. Так, ну что, валун у него наверняка есть. Или же есть у него баллончик. Тут одно из двух. Или-или. А я вот так вот сделаю. Сумоист, твою же налево, а? Вот так он сделал? Ну, это, ребят, спортивная колода. Как пить дать. Ну и что дальше? Давай так вот сделаем. Погибать так с музыкой, да? Сдулся. Этого-то мы уберем. О, 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 началось. Блин, ну он мне не оставляет выбора. Понимаешь, да? Я почему-то не удивлен этому. Я нисколько, ребята, этому не удивлен. Блин, зачем мне вот эти две карты? Скажи-ка мне. О! О! Да неужели? Так, ну на спортсмена не хватает. У тебя на спортсмен, так что не надо мне тут бутузить. Ну, друзья мои, я иду ва-банк. 1+1, да, он дает. Либо же вот так вот. Погнали. Ай-яй-яй, вот это плохо. Плюс 5. Неужели он хочет прокачаться, а? Так. Я не верю своим глазам. Погнали. Ох, сейчас. Давай в ответ вот этому, пожалуйста. Или вот этому. Ну, любому. В лицо. Ага. Пока мне это не надо. Смотри. Смотри, что нам досталось. Угу. Понятно, что энергию берешь дополнительно, это все, все ясно. Еще и прокачиваешь, молодец. Так, ребят, ну, естественно, у него сработает защита, понятное дело. Давай потихонечку поехали. Куда тут поставить-то, я даже не знаю. Ну, сюда, наверное. Хлоп. Теперь вот так вот. Хлоп. Срабатывает защита, понятное дело. Но. И вот так вот. Хлоп. Погнали. Ты серьезно? Ты вот это-то видишь? Нет? Вот это вот. Вот. Понятно, короче.
Один плевочек тебе и все. Свидание. Всего хорошего. Ладно, ребят, шутки шутками, но... Так, нанести 30 единиц урона зомби-героям. Оу. Обновилось задание, ребята, ежедневное. Ну что, поехали. Будем наносить 30 единиц урона зомби-героям. Блин, ну почему бесячество сразу же выпадает, а? А мне кого не возьми, все они плохие. Когда ты играешь с растениями, все зомби для тебя плохие. Когда ты играешь за зомби, для тебя все растения плохие. Угу. Сейчас вызовет своих шалопаев, да? Интересно, не стал вызывать шалопаев у своих почему-то. На тебе. Буль-буль-буль-буль, утонула. Расстроился, я знаю, а что делать? Ну, извини, жизнь такая. Еще микс. Сейчас опять бл-бл-бл-бл-бл, да? Вот что он затеял. Вот что он затеял. Это уже бомба... Да что ты? И вот так вот сделаем. Ну, хватит уже на него любоваться, в конце концов, да? Пора действовать. Ну... Задумался. Я бы тоже задумался бы. Я вообще-то и до сих пор задумываюсь. О, не очень хороший. Так, а он что у нас делает? Вот этот вот чудик. Да ё-моё, да? Получает плюс 2, когда он наносит урон растению герою. Вот оно что, да? Поехали. Отлично. Так, давай дальше. Угу. Еще один чудило вышел. А этот у нас что делает? Когда у нас две случайности. Я тебя понял. Иди отсюда. Ай, это не очень хорошо, ребят. Только бы не уничтожил мне этот грибок, ребята, остальное все ерунда. Отлично. Тут... А что мы тут можем сделать? Ну, сейчас, если он поставит этого чудилу, мы его опять выкинем. Но тут не чудило. Тут далеко не чудило, ребята. Почему я опять вот этого забыл поставить, а? Скажи мне вот на милость. Как? О, как! Погнали, ребят. Прокачаем. Ха-ха-ха!
Окей. Оу. Так, ну это первый конкурент на вылет. Иди отсюда. Давай я так вот сделаю, наверное. Смотрим. О, кто? О, кто у него тут? Понятно. И это без ландшафтов. Прикинь, без ландшафта, без единого ландшафта я умудрился выиграть. Это, конечно, что-то с чем-то. Так, ну мы не нанесли с тобой нужного количества урона. И мы получим сколько там? Всего 10 гемов. Нам в любом случае надо получать ранг 40-й. Только в этом случае мы получим 1000 кристаллов и сможем взять свой пак. 21 ранг. Это у нас супермозг собственной персоны, с которым проблематично вот, достаточно драться, если честно. Ландшафт. Так, космическая фасоль. А, боб, ну, фасоль, боб. И еще вытворяет. Сразу же начинает. Чего? Сундук, он стоит 2 дни. Ладно. Или я что-то не понял? Хорошо. Так, он же может переместить, насколько я помню, да? Да, может, если захочет. Давай посмотрим. Ничего не стал делать. Ни кровожадности, ничего, да? Окей. Мы его можем прикрыть, не забывай об этом, с помощью вот этого вот. А можем прокачать, кстати. Можем прокачать. Я не знаю, что он там набирает. Видимо, ему выгодно это. Так, проверим. Че у тебя там? Кровожадность? Ставь свою кровожадность. Я что, не знаю, что ли? Ой, не стал даже ставить. Ладно. Хе-хе-хе-хе. Да. Не знаю, ребят, что он тут... Что он чудит? Делай его. О! А вот эту пакость ты, наверное, не зря вызвал, да, парень? Пора я на... Блин, зачем так сделал? Давай вот так вот сделаем с тобой. На всякий случай. Случаи бывают разные, да? Понятно. На заклинашках, что ли, хотел сыграть? Расстроился, когда мы убили эту, блин, академшу. Кислый щей, которая там. Блин, они мне не дадут сегодня добить 10 гемов. Ну, гриб в ударе сегодня разошелся, ребят. Разошелся, но он, в принципе, всегда хорош. С ним можно спокойно доходить. До легенды еще ни разу не доходил. Но 40-й уровень можно брать. Ох, Нептусь. Ну и что это? Ну... ну и что ты мне его сюда поставил? Заморыш, я этого не понимаю. Спортивная колода у Нептуси, я тебе сразу говорю. Если ты еще не догадался, тут уже все и так ясно. Рестлер вылез, потом хохотунчик вылезет. Сумоист будет, поверь мне.
Вот это уже 100% тебе говорю, идет сумоист. Поэтому вот так вот мы с тобой сделаем. Угу. Отлично. Да. Дальше. Хохотунчик? Нет, не хохотунчик. Блин, что же у него там есть? У него летучая мышь, по-моему, есть или что-то такое. Поехали. Ах ты, вон что он делает, ребята. Ну, переместил зомби, хорошо. Тут надгробие ставит. У меня немножко другие, конечно, были планы, если честно. Ну ладно, карт у него не так уж много, так что... Три карты всего лишь, да? Ну, естественно, хиляться, конечно же. Ну, как же не хильнуться-то, ребят? 3-1, да? 3-1. В топку эту бабку. Да и, наверное, вот так сделаем. Сейчас работает защита. Не забывай, что у него есть осьминог у нее, которого она может спокойно поставить вот сюда. Но она не стала ставить. Осьминога она ставить не стала. Плохо. Это очень плохо, ребят. Давай сделаю так, наверное, и... Фиг знает, кто там. Сумоист, наверное, скорее всего, как обычно, да? Скорее всего, там сумоист. Поехали. Нет, тут антигерой. Так, этот бомбан... Я не знаю, куда он будет бить. Хотелось бы, чтобы он бомбанул. Ну, куда-нибудь бомбанул бы, в конце концов. А-а-а! Ну вот, ребята, и амфибия, про которую я вам говорил. Вот это уже хорошо, вот это уже радует меня. Сумоист опять, твою налево, блин. Окей. Все? Давай это вот. Все-таки туда, да? Да что ты, блин, со своим ландшафтом? Ландшафт, ландшафт, Не, это чучело здесь не нужно, оно... Оно мешается нам. Ребята, оно нам очень... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да куда же ты, Рэй? Ну что ты твордишь? Вот непростительная ошибка, ребят. Я думал, что мне хватит и убрать его, и это. Ну, а по итогу, сам понимаешь, что сейчас будет. Безумие.
Как вот ты это назовешь, а? О, все. Все, закругляемся, ребят. Сейчас он переместит кого куда-либо угодно, и все. Либо гриб этот, либо еще кого-нибудь. Гриб, ну я не ожидал. Блин, да я еще лопухнулся там в одном моменте вообще по черноку. Ну, что-то сидит, думает там, сопли жует. Понятное дело, что вот так вот. Все, ребят, это фейл. Еще и рикошет у него остался, прикинь. Ландшафт он надавали, гриба не дали. Так, 30 единиц урона мы нанесли. Ребят, нам нужно 5 кристаллов еще как-то, я не знаю, выбить из противника. Вот когда нужны эти заморозчики могил, их нету. Когда они не нужны, их всегда дают. Фиг мне эти заморозчики, мне нужны именно уничтожители могил. Заморозка это одно. Знаем этого партизана. Замеха. Его-то и не знать, да? Так, смотрим. Опа. Спортивная колода? Да ну, я не верю в это. Какая может быть спортивная колода здесь? Какая тут может быть спортивная колода, ребят? Наносит 3 единицы урона, да? Наносишь 3 единицы урона или нет? Проверим. А, понял? Ты понял, что у него было? Вот так вот, ребятушки. Вот почему он там... Баллончик у него был 100%, наверное, не один баллончик, но это уже... Другая песня будет. Так, я вижу у него проскок, да? Поставим вот так вот. Окей. Что это? Не, я понимаю, что это. Такой нежданчик, ладно. Еще и рестлер. О как. Я могу здесь только одно. Сделать так. И вот так. Если он сейчас сделает, наносит 3 единицы урона одному и остальным, то это будет фиаско, ребята. Нет, он вот так вот прокачивает. Окей. Угу. К примеру, так и вот так. Не знаю, что там получится. Вот это меня напрягает, чудик. О, кабачок выпал.
Он достанет всех, а, по-моему. Погнали. Давай смотреть. Ох, кто это? Шесть и не здоровье все восстанавливают. Испугался, понятное дело. А что ж? Лобешник нам. Так, прокачаем тут малька наших ребят. Угу. У нас вообще сегодня собираются какие-нибудь плюшки выдавать сегодня или нет? Так сделаем, короче, бумс. Так. Ну и вот так, наверное. Хрен его знает, что еще тут можно сделать. Я вам еще тут что наворотил. У него срабатывает защита. А, нет, сейчас пока не срабатывает. Но сработает обязательно. Три единицы урона, ребята, сейчас будет. Про которую я вам говорил. Нет, немножко не то. Неужели опять этот с шариками, а? Индус тут. Да ты гляди, что творит, а? Ай! Ай! Пять тупанул, да? О, даже как. Окей. Все на этом? На. Тут уже, ребята, бой не на жизнь, а на смерть у нас идет с ним. Понимаешь? У меня одно хп. Все? Нет. Я так не играю, друзья. Иди отсюда. У него будет одна штука, ребята, которая наносит 3 единицы урона всем. И он ее использует. Он ее будет использовать.
Поехали вот так вот. Сейчас использует. Сейчас использует он этот удар, потому что он у него последний. Вот он. Вот он, про который я говорил. Ребят, ну ему в любом случае крышка, потому что растение на воде, как ты видишь, танцы на воде устроит ему вот такую штуку. На самом деле очень напряженный бой. Очень, ребят, для меня. Вообще прям. Фух. Ну что, я поехал дальше. Гриб, есть гриб. Опа, сразу же нашли гриб. И это Нептус. И это, ребята, Нептус. Ну что ж, давай глядеть. Тоже на спортивной колоде. Хороший ландшафтик, да? Эх, было не было. Попробуем. Так, у нас ураганчик. Ну, ураганчик, я считаю, что как бы, ну, он хорош. Интересно. Интересно, ребята, решение. Как по мне. О, чё я сделал? Тут куда ты поставил? Ой, дурак. Вот это, ребята, это уже все, это уже маразм. Это уже маразм. Куда я поставил? Еще такой думаю. Ой, короче, ребят, тут нет слов. Просто нет слов. Прикинь, вот это вот я тупанул так. Да иди ты отсюда, не хочу, чтобы там у тебя кто-то прокачивался. А это пират. Ну все, ребят, это, короче. Ну, в общем, мне слов нету просто. Это вот надо было так тупануть, как никто никогда не тупил. А, да уж. Ну ты смотри, что он тут вытворяет. Ты посмотри, что он тут вытворяет, а. Хе-я, давай, на. Чувак, на надгробиях чисто, что ли, решил сыграть, я не могу понять. Получается так. На одних надгробиях. Тут ковбой, сейчас 100% тебе говорю. Наверняка ковбойша. Поехали, посмотрим. А, нет, пират у него. Хорошо так размолачиваем, да, ребят? Ну, раз он этого взял, значит, у него все... Ну, естественно, ребят. Давай вот этого уберем отсюда. Достал же просто в корень. Да и сделаю вот так, наверное. Ну, как видишь, творит. Да ты заколебал просто уже в корень. Если честно. Ну а что я еще могу, ребят, сделать? Только вот так вот. Плодись и размножайся. Давай смотреть, кто там у тебя. Вот кто у него ковбойша, он поставит ее сюда. А, защита, надеюсь, работает.
Работает. Угу. Ну, естественно, куча могил. Конечно же, ребята, куча могил. Да, вот это сейчас же вызовет этого осьминога своего, или кто там у него. Смотрим. Так. И вот сейчас самое интересное. Ну, допустим. Так, уже кто-то не успеет ничего сделать, да? Ставит безумие. И все? Так, 3 хп. А в принципе все, ребята. А хотя подожди, какое все? Вот что он сделал. Давай смотреть. А успеешь ли ты этим всем воспользоваться-то, парнишка? Вот что мне интересно. Ну, допустим. Допустим. Поживешь еще чуть-чуть. Поехали, друзья. Так, срабатывает у тебя защита. Вызываешь своего осьминога, да? А, рикошет. Давай вот этого. Нет, к сожалению, не то. Ну что, распрощались мы с Нептусью, ребята. Вы понимаете, в чем тут вообще прикол. Вот, прикол в этом. Замечательно. Сыграно было просто изумительно. Я не ожидал, на самом деле, что вот так получится все. Ну что, нам нужно еще одну победу. Как-то выцарапать прям, я не знаю, прям. Вырвать у врага из рук. Почему именно еще одна победа? Потому что если мы сейчас проиграем, нам придется еще на одну победу больше делать. А это неизвестно. Мы можем с тобой скатиться до самого начала. Слушай, ну как бы, как бы вот хорошо все, если честно. Поэтому я, наверное, и оставлю. Интересная такая интерпретация, да? Погнали. Так, пускай летит там к чертовой бабушке на куличке. Вот. Теперь он вызвал ниндзю. Мы здесь с тобой вот так вот сделаем. Хорошо. Так, далее идем. Цветочек аленький выпал нам. Но аленький цветочек нам. Оп. Поехали дальше. Хлоп. Хлоп. Защита, правда, сработает у него скоро. А вот будет хлоп тебе.
А я вот так сделаю. Шаманство. Двух способностей. Хитро. Ребят, защита сработает сейчас, понятное дело. Добор. Офигеть, у него там рука, конечно. Угу, росточек. Росточек, стебелечек. Что-то он на одних доборах тут живет. Что-то мне это не нравится. Вообще не нравится. Ну давай сделаю вот так вот. И, к примеру, вот так. Смотрим. Амфибию. А, двоих. Ну, он думает, что на воду ставит. Ну, давай посмотрим. Нет, тут ты, парень. Ага, все тратит. Ну, хорошо, ребят, хорошо. Пускай тратит. Я не знаю, правда, чем мне потом бомбить в конечном итоге. Если честно, вообще не знаю. Этот у меня стоит, ничего не может сделать. Ну, смотри, что он творит. Поехали. Это раз. Давай дальше. Это два. Три. Смотрим, кто у него там. Ботаник, ё-моё. Допустим. Давай, грибок, не подведи меня. Итого 3 хп. Гаргантюах позовет? Да ну, я не верю в это. Серьезно, гаргантюах будешь звать? Ну уж тогда извиняй. Тогда, парень, извиняй. Наверное, я сделаю вот так вот. А здесь... А здесь вот так. Поехали. Все, ребят, победа за нами. Побед за нами, 10 паков сейчас мы будем приобретать. Ну и 40 ранг, с чем я нас всех поздравляю. Красота. Конечно, красота, ребят. Надеюсь, я вас сегодня не утомил. Вам, наверное, больше нравится, когда просто ежедневки идут. Но захотелось мне сегодня вот получить, точнее не получить, а купить именно вот 10 паков. И чтобы вы это все видели. Ну а вдруг легендарочка? Я же все это ради легендарок делаю, друзья. Только вот какой опять пак взять, а? Давай посмотрим, какой у нас пак лучший. Так, может содержать. Но тут, ну как бы тут тоже неплохие. Но я не знаю, ребят. Так, это у нас вот такой, да? А здесь что? Ну, здесь больше половины у меня есть. Да, тут очень много у меня из вот этого пака растений. Как бы легендарки вот они на самом верху. Вот это, конечно, неплохое растение вообще. Для хил орех это просто топ. Вот это вот крутой чувачок. Акула неплохая. Вот этот тоже
А вот куробойщик. Роза. Тоже неплохо было бы. Даже не знаю, ребят. Вот честно скажу, даже не знаю. Тут всего лишь... А, подожди, тут еще... Вот такая у нас Трясовая долина, по-моему, да? Называется она. Погоди-ка. А этот... А в чем разница между этим и этим? Не пойму. По картинке тут вот этот находится, а здесь этот. Ну-ка проверим. В чем разница-то? Так, 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 так. Ну, допустим. А в этом что? А, да, друзья мои, разные все-таки содержания-то. Ну, вот здесь вот, наверное, даже, как бы я тебе скажу, поинтереснее содержание вот этого пака. Такой заманчивый. Вот хил алоэ. Нет, ребят, это, по-моему, как его звать? Алоэзавр. Ну, то есть, есть алоэ, который хиляет, а есть алоэзавр. Он хиляет каждый ход всех на одну единичку, если выживает. Блин, я не знаю, взять, не взять его, а? И тут почему-то в основном... Нет, для зомби тоже есть. Давай возьмем. Так, а, подожди-ка. Что-то чуть не было, вот этот не взял. Не, этот похуже. Это будет похуже. Или нормальный, блин, фиг знает. Но я хочу вот этот, ребят, взять. Вот этот вот. Возьмем. Поехали. О, была не была. Вскрываем. Смотрим. Так, подожди, а тут... А, не, для зомби пошли. Пошли, пошли для зомби. Ну, это все у меня есть, было. Ай-яй-яй, очень много повторюшек. Вот это хорошо, это... Так, у меня разве не было вот этого вот? Мега редкие пошли, ребят. О, хорошая карта вышла для... И легенда есть, да? Есть, какая? Ну-ка. Вау! Ребята, это же крутой Астраус, который прокачивает... Во-первых, ему пофиг на... магию. То есть его не убить магией, потому что у него защита есть, видишь, магическая. И он прокачивается за то, что ты берешь каждый раз карту. То есть, блин, на доборах он будет вообще шикарный, да, ребята? Это картофозавр, вот. Картофельный динозавр, короче, так. А вот этот подойдет к амфибиям. Водяной боб. Он при использовании получает 1+1 за каждое другое растение со способностью амфибии. А у нас с тобой есть как раз колода, где... Очень много вот этих маленьких амфибий, да? Капитанчики эти. Создаются за 1000, утилизируются за 250. Ну, а это чистой воды легенда. Создать за 4. Устойчивость к приемам. Плюс мне ландшафт. Почему-то я думал, что у меня есть такой ландшафт, а видишь, оказывается, нету. И вот этот вот. У него, ребята, есть лиственная эволюция. Растения на всех линиях и вытянутый вами получает плюс 2. Прикольно? Прикольно. В общем, повезло нам сегодня. Я... Доволен. Напиши, как ты. Легендарка есть. Это уже считается не зря сыгранная лига. А лига у нас, да, была, ребят. Очень круто. Так что я соглашаюсь. Получаем. Фух. Нормально. Ну что, друзья мои, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.